Приветствую, друзья! Сегодня такой кратенький обзорчик миостимулятора от компании Rio. Это у нас ARM Toner, либо моделька U-ARM. Ну, U-моделька больше опознаваемая как ARM Toner. Позиционируется она для накачки больше мышц рук, но можно, в принципе, использовать и для пресса. Здесь используются сразу вот такие электроды типа бабочки. Но электроды можно отдельно докуповывать разного типа под разные типы мышц. Здесь используются сразу в комплекте самые популярные. Это у нас бабочка. Вот такие вот два электрода. Есть также в комплекте удлинители для кабелей. То есть, ну, они сразу уже сейчас одеты, да, для более увеличенного расстояния. И сам аппарат. Работает аппаратик от Кроны. Крону рекомендую использовать хороших брендов, типа Duracell, Energizer. Аппарат как бы энергопотребляемый, то есть довольно так неплохо. Поэтому хорошая крона будет вам давать хороший результат. Вот сюда у нас подключаются электроды. То есть можете на бицепсы клеить. Ну, в принципе, можно качать абсолютно любые мышцы. То есть те же грудные, они сразу спаренные. Есть миосимуляторы, где электроды, то есть 0 и плюс раздельные, где вы можете сами регулировать. Здесь они идут. То есть один электрод и второй электрод, это на левую правую руку, либо ногу, либо левая правая грудь сразу будет задействоваться. Такой довольно крупный сам аппаратик. Здесь у нас мы его включаем. Режим 1, режим 2. И либо один электрод и два сразу. Не знаю точно. В общем, и здесь мы увеличиваем интенсивность, мощность. Я сейчас такую слабенькую крону, которая у меня под рукой была, поставил для наглядности. Крона в комплект не входит, вы уже используете более качественную крону при использовании данного аппарата. И удерживая, он также выключается. Либо когда на ноль, он через какой-то интервал сам отключается. В общем, вот такой вот аппаратик на себе. Ну, испытывать ток я не хочу. Но аппаратик, мы видим, полностью включается и работает. Я не хочу просто клеить на себя электроды, но вот остаться волос. Это, кстати, что приклеилось. Вроде, судя по электродам, ну, мы его позиционируем все равно как БУ, но на электродах я не наблюдаю какие-то там. Обычно, если использовать, я какое-то время пользовался более таким дорогим аппаратом, с кейсом профессиональным. Я знаю, просто пару раз достаточно наклеить на тело, и остаются реально волоски. Здесь я не наблюдаю такого. Но все равно у нас вся техника в магазине позиционируется как БУ. Мы никакую гарантию не даем. Мы не берем товар от производителя, соответственно, нам некуда отправлять по гарантии. И мы вам так же самую гарантию не предоставляем. Все продается как есть, как бы у товара. За обзорчик лайк. Всего наилучшего. С вами был Артур.